Какими останутся в памяти эти сборы? Останутся в памяти, что очень много было работы, трудились, очень много что-то нового узнали. И надеюсь, это выполним в ближайших играх. Есть некое предстартовое волнение? Ну да, есть, что уже поскорее хочется начать игры. Уже, честно говоря, надоело тренироваться. Уже хочется войти в этот ритм сезона, продолжить и выйти из красной зоны уже и порадовать болельщиков. Какой потенциал у команды, на твой взгляд? Потенциал, думаю, большой. Очень много трудились, очень много что нового узнали. Думаю, скоро воплотим это все в играх, и у команды позитивное настроение. Все уже поскорее ждут игр, и поскорее уже начать этот сезон, доиграть и выйти с красной зоны. Рад, что на трибуны наконец-то вернутся болельщики? Да, конечно, рад, что уже будут как 12-й игрок нас поддерживать, гнать вперед, и будем их радовать.